Приветствую вас, друзья, подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы с вами начинаем обзоры монет из последнего моего подарка от друга Василия. Это монеты Польши, относящиеся к юбилейному чекану. И начнем мы с вами с монеты 2009 года выпуска номиналом 2 злотых. Называется она «История польской музыки Чеслав Немен». Монета имеет форму круга с диаметром 27 мм, ее толщина 2 мм, масса довольно большая, 8,15 грамма. Гурт монеты, надпись. Тираж также довольно большой, 1 400 000 штук. Данная монета имеет коллекционную ценность, особенно если собрать комплект денежных знаков одного периода, региона или тематики. Тогда ценности этого экземпляра в составе тематической коллекции довольно будет высокой. Для хранения этой монеты рекомендуется использовать специальные альбомы, капсулы, что позволит сохранить ее привлекательность и блеск. Монета была внесена в каталог Краузе. Ее можно найти под номером 684i. Цена монет этого вида в нашем регионе где-то порядка 55 рублей. Возможно, в других регионах она будет отличаться. Выпущена на монетном дворе в Варшаве. Итак, на реверсе монеты мы видим с вами по центру символический портрет Чеслава Немена. Настоящее имя Чеслав Юлиуш Выджицкий. И круговую надпись «История польской музыки». Чеслав Немен родился и до 19 лет жил в Западной Белоруссии. Отец Чеслава был костельным органистом в родной деревне. Мать Анна Маркевич, дальняя родственница министра культуры Белоруссии Анатолия Маркевича, также уроженца Щукинского района, поляка по национальности. В 1958 году семья Виджицких выехала в Польшу. Они жили в Свободзине, затем в Белогарде, Калобжиге, и в итоге поселились в Гданьске, где Чеслав поступил в среднюю музыкальную школу на класс фагота. Позже выступал в студенческом клубе «Жак», театрах и кабаре, исполнял испанские и латиноамериканские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Две из этих песен появились позже в его альбомах. Известен как ярчайший представитель европейского прогрессив-рока, исполнитель духовной поэзии, очень много сочинил музыки на стихи Норвида. Экспериментами в области электронной музыки, альбом «Катарсис» 1976 года и другие. Псевдоним Немен взял в честь реки Неман в польском произношении, на которой жил в детстве, хотя от старых Васильшек, где он жил до Немана, около 40 километров. Вот такая первая замечательная монета в наших обзорах. Всем спасибо за просмотр и до следующих видео. Всем удачи!